Там выполнили уже 95% работ. Сейчас проходит итоговая проверка Ростехнадзора. Глава региона поручил едва ли не круглосуточно контролировать ход реконструкции. Сам стадион, вот чаша его на хорошем уровне, безусловно. Главное, чтобы все это не было, коллеги, муляжом. Оно должно быть рабочим сегодня в первую очередь. И все инфраструктуры, все коммуникации, которые сегодня будут способствовать тому, чтобы стадион ожил, они должны зафункционировать. Без сбоев и перебоев. Коллеги, ответственность не на всю страну, на весь мир. Посетил глава региона и тренировочные площадки в Адлере и в Олимпийском парке. Напомню, что контрольный матч перед проведением Кубка Конфедерации состоится 28 марта. В этот день на футбольное поле Фишта выйдут сборные России и Бельгии.